28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в надвратном храме в честь новомучеников и исповедников в земле Симбирской просиявших Спасского женского монастыря. До революции монастырь был украшением Симбирска и его духовным центром. В годы советской власти он был разрушен, однако сегодня мы становимся свидетелями самого настоящего чуда – возрождения святой обители. Во время проповеди управляющий Симбирской епархией поздравил прихожан с Днем Крещения Руси и оценил труды по восстановлению собора в честь образа Спаса Нерукотворного Спасского монастыря. Сделано очень много здесь в монастыре, почти восстановлен, но в общих чертах уже выстроен Спасский собор, который как и встарь, украшением города и местом, куда, я надеюсь, будут приходить множество людей для того, чтобы помолиться и для того, чтобы ощутить ту благодать, которая всегда присутствует в святых обителях. Затем митрополит Лонгин совершил освящение крестов и куполов строящегося храма, после чего начались работы по поднятию куполов и их установке. Для участия в этом событии прибыли временно исполняющие обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей Морозов и попечитель монастыря, директор благотворительного фонда «Доброе дело» Игорь Любченков. Глава Ульяновской области Алексей Русских поздравил жителей Симбирска. От всего сердца поздравляю всех православных жителей региона с очень важным духовным событием – освящением и установкой куполов на Спасский собор древнейшей монастырской обители Симбирска Ульяновской. Мне очень приятно, что возрождение Спасского женского монастыря стало личным делом многих ульяновцев. Выражаю признательность всем замечательным людям, которые к этому причастны. Ряду благотворителей и участников работ по восстановлению Спасского монастыря были вручены архиерейские грамоты. Владыка Лонгин также поздравил с днем рождения ктитора обители Игоря Любченкова. Как отмечает настоятельница Спасского женского монастыря игуменья Сергия Вотрина, освящение и подъем куполов Спасского собора – важное историческое событие не только для монастыря, но и для города. Но сам монастырь, конечно, можно уже сказать, что возрождается. Конечно, и как мы видим, внешне он во многом уже как бы преуспевает. Для внутреннего, конечно, возрождения это потребуется немножко гораздо больше времени и больше трудов. Спасский собор скоро будет восстановлен почти что на своем историческом месте. Каменный храм был построен здесь в 1696 году и уничтожен вместе с другими монастырскими зданиями в 1920 году. Строительство главного храма монастыря началось спустя век, в марте 2020 года. Спасский собор у нас восстанавливается, так скажем, по тем сведениям, которые сохранились, по тем фотографиям, которые сохранились. Вот, так скажем, пытались наши архитекторы во главе с Александром Михайловичем Капитоновым воссоздать этот храм и практически на том же месте. Планируем основные строительные работы завершить в этом текущем году. Вот, и чтобы уже следующий год полностью отдать живописцам под роспись храма. С восстановлением Спасского собора монастырь в центре города обретет еще более благолепный и завершенный вид. Строительные работы и обустройство храма полностью планируется завершить к марту 2023 года. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Недавно в Симбирской митрополии традиционно пребывала во всех храмах икона Божьей Матери Казанская, известная как Жадовская. Эта икона особо почитается в Симбирской земле за чудеса, явленные от этого образа, за те благодеяния Матери Божией, которые она всесильно нам оказывает. В связи с пребыванием иконы у многих наших зрителей возникли некоторые вопросы. Например, спрашивают о самом почитании икон. Не грешно ли прикладываться к иконам и молиться иконам? Мы поклоняемся не самому образу
а первообразу, написанному на этой иконе. Есть особые почитаемые иконы, которые мы чтим так же, как святыни, от которых являются те или иные чудеса, исполняются просимые, и которые особо почитаются в народе. Икон Божией Матери великое множество. Мы с вами знаем большинство из них, особо почитаем иконы Казанскую, Владимирскую, Смоленскую. Эти образы Пресвятой Богородицы так или иначе связаны с историей нашего государства. Они являются наиболее древними, наиболее почитаемыми. Эти образы были как хоругвь, как сопровождение воинов, когда они шли на поле брани. И, молясь перед этим образом, они защищали свое Отечество. И, получая просимое, исполняя то, что просили люди у Пресвятой Богородицы, образ становился особо почитаемый и особо чтился среди православного народа. Сложно сказать, какой образ наиболее почитаемый и значимый. Мы все чтим прежде всего Пресвятую Матерь, Деву, которая изображена на святой иконе. И получая от нее что-то, что мы просили, мы благодарим не саму икону Пресвятой Богородицы, мы благодарим Божию Матерь. Поэтому, отвечая на еще один вопрос, можно ли поблагодарить Божию Матерь у другой иконы, не у той, у которой возносилась просьба с молитвой, а у другой иконы вознести благодарение за получение того просимого? Конечно же, можно. И самое главное для православного христианина, для верующего человека, это дело, которое он может совершить во благодарение Пресвятой Богородицы, во благодарение Господа и святых Его угодников. Мы не просто со словами благодарности должны подойти к иконе, помолиться или в домашней молитве помолиться. Мы должны совершить некоторое доброе дело в ответ на Божие нам благодеяние. Мы должны помочь ближнему, мы должны проявить сострадание, мы должны откликнуться на любую человеческую просьбу, которая к нам обращена. Тогда дело, которое мы совершаем, это и будет считаться благодарением за то, что Господь нам дает. Просто человек не может поблагодарить Бога какими-то словами и забыть сразу о том, что он сделал для него. Человек должен что-то совершить, что-то изменить в своей жизни, потому что все, что нам дает Господь, дается нам как бы авансом. Его милость к нам, она безгранична и безмерна, и мы недостойны даже малой части той милости Божией, которую мы получаем. И в ответ мы должны сделать что-то доброе. Когда Христа спрашивали, что можно сделать для Него, Христос ответил: «Сделайте доброе для малых сих». То есть сделать доброе для всех остальных людей. И тогда это будет доброе дело для самого Господа. Почитая святой образ Пресвятой Богородицы, мы, конечно, лишний раз пытаемся понудить себя к молитве, к какому-то воздержанию, к какому-то деланию, к праздникам Пресвятой Богородицы, к почитанию ее икон. Мы готовимся, зачастую причащаемся святых Христовых тайн в эти дни, так как особо хотим почтить Пресвятую Матерь Деву, которая и нас особо оберегает своим амофором. Нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола, откуда пошла эта традиция и надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она
скажем так, снисходит в Ветхий Завет. Только тогда на богослужение вместо колоколов созывали звуками труб. Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные билы и клепалы, скажем так, такие деревянные или медные полоски или трубы, да, в которых, ну, которые издавали громкий звук, и всем в окрестности было ясно, что настало время идти на богослужение в храм. И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу, да, и во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики, да, и сказал, что вот как бы можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола, да, из металла и созывать с помощью их. Да. И так стали действовать сначала в Западной Церкви, а мы знаем, что до XI века Церковь была едина, да, а потом в греческой, тоже Восточной Церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, да, где колокола именно полюбили, очень полюбили, и они вошли в устав, в типикон, да, колокольные звоны вошли в устав, это теперь неотъемлемая часть богослужения, разные звоны, там, благовест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни, это похороны, отпевания, или там вынос креста, допустим, на службе, да, то есть такие печальные моменты. Или трезвон, радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службы архиерейские, на службы великих праздников. Тоже трезвон – это радостный звон. И, то есть он несет колокольный звон в первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение или рассказа для тех, кто молится в дома, да, в окружающих домах, скажем так, в деревнях, а раньше большинство населения жило в деревнях, или храмы были в каждом, скажем так, районе города, и колокольный звон слышен был в каждом доме города, да. Напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы, да, то есть все люди знали это, и то есть могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у плиты, да, готовить, да, помолиться в этот момент. И этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге. Это потом трансформировалось в известные слова нашего писателя Чехова, да, что вот если есть счастливый человек, должен кто-то стоять и молоточком, стуком напоминать, да, то, что есть, существуют люди несчастные, да, больные, и вот им тоже нужно помогать. И ты можешь стать таким же, да, поэтому нужно помогать. Как бы. Вот это вот, опять же, трансформация этого колокольного звона, когда колокол звонит, да, и мы... Если слышим перезвон, да, мы вспоминаем, что вот, да, человека сейчас отпевает, возможно, нужно помолиться, да, о бренности жизни. Трезвон – это даже если на душе плохо, да, всегда нужно вспомнить, что Бог любит нас, да, и можем, опять же, это послужить подкреплению наших духовных сил. Поэтому вот он несет не только утилитарное значение, да, созыва на богослужение, но и напоминание человеку вообще о Боге, о бренности жизни и о любви Божьей. И поэтому, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы, да, сотворяя эту краткую молитву.